Hello, карапузы! Сегодня будем раскрашивать 33 буквы русского алфавита. Для этого нам понадобятся фломастеры. Первая буква А. А. Следующая буква Б. Б. В. Г. Д. Е. Ё. Ж. З. Раскрасим букву И. И. Буква И краткая. Е. Буква К. К. Л. М. Н. О. П. Давайте раскрасим в зеленый букву Р. Р. Коричневым букву С. С. Буква Т. Т. Фиолетовым букву У. У. Ф. Х. Ц. Ч. Буква Ш. Ш. Ща. Буква твердый знак. Твердый знак И. Желтым будет буква мягкий знак. Мягкий знак Э. Ю. И последняя буква алфавита Я. Я. Вот такой красивый алфавит у нас получился. Посмотрите, какие разноцветные буквы. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, и краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ща, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Пока-пока!